Добрый день, уважаемые любители хоккея. Добро пожаловать в город-герой Тула, где буквально через несколько минут состоится ответный матч между Академией Михайлова и Динамо Санкт-Петербург. Ефимов встает на точку против Ловкоева. Шуленин, прострел на дальнюю, подключался Булыгин, и здесь добивает всячески шайбу. И она залетает в ворота, и это 1-0. Но судя по тому, что не было свистка, шайба должна быть засчитана. И я так понимаю, что Даниил Булыгин открывает счет. Ну, кстати, может Булыгин поспорить за звание лучшего снайпера-защитника. Ну, а здесь еще одна шайба влетает в ворота Чернышова. И достаточно быстро михайловцы создают себе комфортное преимущество. 2-0. Менялось бригад большинства. Ермаков. Правил шайбу в чужую зону. Яромир. Гурьянов помогает Брынцев. Передача на Колыхалова. И Колыхалов дальше на Ермакова. Но тот праворукий играл бы под левый хват. Можно было бы сходу завершать. А вот здесь сходу завершает Колыхалов. И вновь забивает из правого круга вбрасывание. И продолжает Колыхалов забивать. Вчера хэт-трик, вот сегодня уже одна заброшенная шайба. Из угла он отдает пас на синюю линию. Гусев. Артемьев. Гусев. Неудобно было бросать сходу. Гусев. Ложный замах. Сыграл пеночку с Артемьевым. И тут наброс на ворота. Подставляет клюшку Голиков. И счет становится 3-1. Тяжело. Очень длинная смена для капитана Динамо. Ну а здесь бросок от Бешкорова. Ермаков. Ермаков сохраняет шайбу. Булыгин. Бешкоров. Булыгин. Наброс на ворота и добивание. И это гол Матвея Брынцева. Счет становится 4-1. Так заползла очень тихонечко шайба. Thank you.
Ну и сегодня победа 4-1 над Динамо и укрепляет свою первую позицию подопечный Юрия Наваренко. Копилки становятся 19 очков за 10 игр.